Et honnêtement, pas de la chasse au bûcher. Et moi, en fait, nous, c'est à côté là, je fais. Dans la débat, on parle là, je suis un peu assez cher pour passer. Parce que l'année, moi, je suis un peu plus dans la roue, et de bord, là, c'est masqué comme un peu, là, c'est un peu. Et en gros, ça fait une, nous, on tue dans le chef, on tue dans le roi, et pour ce bastage, on tue dans les mamans, et les jeunes, et parce que dans le roi, on parle de Béron, on C'est a un dit, et gosse, tout, non? je suis dans le monde de Tunisie, là, c'est vrai. Et on se relâche, et d'abord, je suis dans le bleu, et d'abord, je me passe là. En fait, là, voilà, bon, là, c'est vrai. Après, on va se mettre avec 2 secondes, parce que check, pardon, c'est la dernière ligne, le stade tout, là, je suis dans le bloc, on va arracher, bien sûr, tout ce C'est qu'on un gère. dingue, Parce qu'on reste un dans dingue, le un dingue. passe ici, là, Un, dans le stade, tu deux, nous fais chier, là, sur il y a nous, là, Zabiro? tu sais pas, ici. Par exemple, pour le début de l'image, on est en train de chez Dai. notre pack, c'est vraiment, Ну c'est дай vraiment le début, кусочек. mais quand je passe ici. Кусочек дай. Ah, Кусочек. Потому что когда вы отлетаете с помощью, у вас должно, когда вы начинаете будете ездить, у вас все внимание будет, вообще у лидера все внимание должно быть вперед, но у вас еще внимание будет делиться на педали, на переключение передач, на руль, потому что у вас это еще будет начать на стадии, вы это еще будете только начинать делать. И, но внимание все должно быть вперед. То есть оцените дорожное обстановку, все так. Он напоминает то, что взять и сами обсуждали, что по дорожным обстановкам. Все сразу на всех факторах. Вы должны все эти факторы, внимание все на них. Но не как на там, телефоны какие-то и там, и так далее, и так далее. Так, нет. Кусочек. Дай мне кусочек. Ты что такой злой? Кусочек дай. Да, Кусочек. следующий, Ну все, что ешь. обязан, водитель обязан пользоваться средствами безопасности. То есть это у нас ремни. И, конечно же, вы не должны Что? забывать, что есть такие Кушай. вещи, как Будешь? подголовники. Кушай. Подголовники это вверх сиденья, но у новых машин они есть у всех Все? машин Ты абсолютно. поел? Потому что это же норма Ты безопасности поел? стала, как и ремень безопасности, в принципе, тоже. Но, кстати, ремень, я вам скажу, да, они неудобные, не спорят, но пристегиваются обязательно. Теперь, если, к примеру, вы не пристегнуты, то, смотрите, вообще, в современных машинах у многих есть подушка безопасности, так называемая ЭРБ. Ну, в водительском руле он есть по-любому. Теперь, смотрите, что происходит при аварии. Вот вы сидите, вот, перед вами, когда происходит, допустим, встречный удар, то получается вы, Ну дай мне естественно, кусочек. вперед. И вам на встречу подушка вылетает со скоростью 300 км/ч. Думайте, Ну дай, ну пожалуйста. дай, ну дай, ну дай.